А то подвис. Добрый вечер еще раз, друзья. Мы повторяем еще один эфир, потому что тот первый эфир подвис, он, я его сохранил в Инстаграм, поэтому я его сохраню потом и в Ютуб. В общем, смотрите. Всем привет. Так. Женара, привет, как дела? Нор, я тебя не могу присоединить. Попробуй ко мне подключиться, а сама, пожалуйста. Женара, давно не виделись. Как у тебя дела? Про беременность, можно ли проходить эмоциональную свободу? Если нет угроз и на ранних сроках, наверное, ну, можно. А если какие-то есть угрозы, и лучше не надо. Если на последних сроках, то я думаю, не стоит. Но я, конечно, могу аккуратно, но лучше индивидуально придите, я поработаю. А на тренинг, наверное, ну... В общем, если нет угроз, приходите. Можно к вам эфир? Хочу к вам. Можно. Можно. Вы стучитесь, пожалуйста, потому что у меня что-то тут клинит, я не могу сам приглашать вас. Да, давно не видели, Женар. Надо будет как-нибудь. Так, просмотреть. Алексей. Алексей, привет. После массажа, да, массаж на лицо очень сильно выровнял мое лицо. И прям глаза как будто больше стали. На казаха стал похож. О, привет! Что-то подвисает, тебе не слышно. Что-то опять Руханижан Гру. Я съездил хорошо. Добрый вечер. Тр-тр-тр-тр. Вот так делает. Леш, я хорошо съездил, прям здорово. И я не знаю, есть такое, знаешь, этот, очень двоякое. С одной стороны, ну, вообще Америка понравилась. В целом понравилось. Как туристу очень хорошо, а жить пока не знаю. Жить как-то слишком, не знаю, слишком много чего надо менять для того, чтобы переехать. А так пока не хочу. Айнура! Тебя не видно, не слышно. Так. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы из какого города? Меня зовут Раушан, из Семеи. Семей, угу. Семей, да. Дочь моя с вами выходила в прямой эфир. Это... Дарина. Это маленькая, которая? Дарина. Да, все, понял. Ага. Да. Вот
Пир хотела бы я. Ставьте телефон так, чтобы мне я мог вас видеть, но не было этих. Айнурда чуть не получается с тобой. Почему-то подвисает. Это кто-то держит или это дочка держит, наверное? Эта дочка держит. Все хорошо. Ага. Дарин, привет. Здравствуйте. Ага. Держи телефон так, чтобы мы маму могли видеть, а вы закрывайте глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дышите. Хорошо. Элура, если ты еще не отключилась, мы с тобой потом это. Давай сейчас закончу и потом еще раз попробуем. Потому что, может, в Астане интернет блокирует, не знаю. Еще глубже. И выдох через рот. Еще. Еще глубже дышите. Не замирайте, вы как-то в этот не глубоко дышите. Еще. Вот так, еще глубже. Да, Игорь, ты молодец, расширяешь границы. Да, границы. Штаты очень мозг сдвинули, конечно. И я как-то прям болезненно, если честно, пережил это путешествие в Штаты. Но я думаю, я его повторю еще. Выдохли. Угу, еще. Глубже дыши. Угу. Вот трясется уже, да? Давай, давай, дыши. Что значит болезненно? Для психики было очень сложно принять, что такое. Во-первых, мои ожидания, с одной стороны, не оправдались об Америке. Я думал, что это там все круче намного, чем я ожидал. Вот. Но с другой стороны, я увидел, что там люди совершенно по-другому живут, и поэтому вот стереотипы ломались очень болезненно. Оказалось, что там, допустим, 2 миллиона долларов, это вообще не, ну, как бы небольшие такие деньги, ты там дом купишь в Лос-Анджелесе и все. То есть, ну, такое. В Астане можно, да, индивидуально пройти, напишите мне в директ или на WhatsApp, я запишу. Вы подышите, Сауле. Давай, давай, давай. Ага. Руки занемели, да? Давай, давай, выпускай. Трися. Когда в магазин съездить стоит 40 долларов, это ну, мозг сворачивается нафиг. То есть ты еще ничего не купила, просто доехать на такси до магазина и обратно. Где-то от 15 до 20 долларов в одну сторону. И плюс там еще закупиться надо этот долларов на 150, на 120. И мозг, вот, ну, ценности прям очень сильно ломаются. Давай, давай, выдыхай. Плачь. Выплакивай давай. Да, вот, выпускай, выпускай. Пошла. Вот так. Дари ноги покажи маме, да? Чуть-чуть этот, чтобы... Чуть дальше, чуть отойди. Дальше отойди.
А, все понял. Ага. Выпускай, Морозит, да? Холодно? Ага. Да. Трясись, трясись, трясись. Ага. Сейчас будет хуже, хуже, потом как заплачешь, отпустит. Поэтому не контролируй, плачь сразу. А, вот так. Шея сводится. Давай, давай, дыши. Еще выдыхай, да, выдыхай. Еще выплакивай. В Питер, не знаю, в Москву приеду в июне. До Питера что-то пока дотянуться не могу. Выпускай, 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 давай. Ага. Давай, давай еще. Как это возможно, это чудо и дар. Я, честно говоря, я не знаю, насколько это чудо, ну, насколько это дар, да? Дыши, дыши. Что я не совсем понимаю, как это происходит, но этому можно научиться. Но это надо нарабатывать, да. Как это возможно, вот честно, я до сих пор не понимаю. Выдыхай, выплакивай. Давай еще. Выпускай, выпускай, выпускай. Еще. Давай. Привет. Да, люблю. Плачь, я тебе говорю. Это, ну, это, да, это индивидуально, то есть онлайн так происходит примерно по WhatsApp. Просто это через Instagram. Да. Плачь, я тебе говорю, выпусти. Это вы помогаете, как видим, научите. Это, знаете, это на тренинг приходить сначала. Давай, давай, давай. Ты же умирать собралась. Что ты? Дыши глубже. Вот тебе и холодно. Почему жить не хочешь, скажи? Это выход эмоциональных блоков из тела. Давай. Да, пускай. Хочет жить, потому что ей холодно, потому что холод идет, ее все трясет, у нее все тело заблокировано. Вы видите, это она очень много боли в себе носит, и причем очень давно. Выпускай, выпускай, сердце болит, выпускай.
Мне мама говорит, что умрет, ты меня с собой заберет, а это я буду. Зачем ты ей там нужна, я не пойму. У вас связь такая сильная. Надо сепарироваться от нее, от мамы. Это же чистый эгоизм. У нее шея болит, потому что там блок. Она на себе очень много чего тащит. Всю жизнь прет на себе. Дышите, что-то подвисло немного, ага, давай, дыши. Выдыхай.
Сейчас потихоньку уже будет отпускать. Дыши глубоко. Что здесь происходит? Мы высвобождаем эмоциональные блоки из тела на расстоянии. Что чувствуете сейчас? Руки, ноги, что происходит? Руки тянет немного. Холодно. Давай еще. Пускай, да? Это хорошо. Легче вам сейчас? Легче. Глаза потихоньку открывайте, руки стряхивайте. Да. Потопайте чуть. Ой, ноги как не мои ноги. Похлопайте по шее себя там.
Рассказывайте, как у вас дела. Лучше. Про что плакала? Что происходило? Не знаю, все это душило, прям плакала. О, знаете, я все время чешу себя, спину всю до крови расчесываю. Ноги и руки. На работе хожу, я медсестрой работаю. Форму, когда одеваешь, вот просто неприятно, у меня все, вот я расчесываю аж до крови все. Вся спина такая, ноги такие, не могу. Сейчас-то. Сейчас нормально. Ну, рассказывайте, как вам хорошо теперь. Хорошо. Как-то Хорошо. светло стало. Спокойнее на душе как-то. Хорошо. Дышать легче, что ли? Хорошо. Хорошо. А вот то, что чесалось, это что? Чесалось — это плохие мысли о себе. О себе? Да. Плохо думаешь о себе, люди плохо думают о тебе. Вокруг тебя очень много сплетен, поэтому чешется все. А, да, много. Это пройдет? Я не знаю, понаблюдайте. Да. Вы мне вот еще вопрос ответьте. Я так понял, вот Данина здесь, да? Да. Она изменилась после сеанса? Да. В чем были изменения, какие? Ну, как-то проще стало. Она у меня младшая дочь, у меня 4 дочери. Она младшая, 2 старшие замужем, 5 внуков. Ничего себе, богатая Да, 4 дочери. вы. Одна в Астане учится, студентка. Дарина младшая. Она поведенчески как-то изменилась. В чем изменилась она? Ну, как-то, не знаю, как-то раньше, когда замкнутая была, все время все в себе, все это нет, сейчас как-то более открытая. Хорошо. Да. Данина, покажись, а? Давай мы на тебя посмотрим, потому что тут тебя уже все знают. Привет. Здравствуйте. Как дела, расскажи, что у тебя изменилось? Хорошо все. Хорошо все. Да. Легче стало жить, веселее как-то, или что поменялось? Да, лучше стало. У нас учится в колледже. Учится хорошо, она отличница, повышенную стипендию получает. Еще Молодец. староста группы. Ну, Да. понятно. Учебой радует. Ну, молодцы вы. Спасибо. Пожалуйста. Ладно тогда, друзья. Да. Давайте удачи, еще если что, выходите. Спасибо. Хорошо? Хорошо. Рад за вас. Пожалуйста. Давайте. До свидания. Давайте, до свидания. Ага. Пока-пока, Дарин, пока. До свидания. До свидания. Так. Посмотрим. Так, сейчас мы. Ну, раз с тобой не получается, Виктория, пообщаться разок, давайте посмотрим, если получится. В общем, друзья, вот так происходят индивидуальные сессии и онлайн, и такие. Виктория, приветствую.
Интернет не тянет, все, кажется. Привет, друзья, привет, Виктория. Налить. Все подвисло. Да, ну, неразговорчивыми. Когда еще будет прямой эфир? Вот смотрите, честно, да, я не знаю, когда я провожу прямой эфир, у меня есть настроение, я их провожу. Нету, не провожу. То есть я заранее не объявляю, там ничего не делаю. Поэтому надо будет ловить меня. Подписывайтесь, ставьте уведомления на прямых эфирах или как-то этот. Вам будут приходить, и потому что разные часовые пояса, где-то этот. Не могу я сказать. Вот сегодня почему-то есть настроение, хочу пообщаться, есть энергия, поэтому иногда не получается, поэтому... Почему? А, так, Эйнура, у тебя что-то с настройками, я не могу тебя подключить, он выбивает почему-то. Вот. Когда будете в Алматы, если индивидуально, то 21 этот, мая. Вы занимались фитнесом? Я не занимался фитнесом. Мне делали массаж, там курс я проходил японского массажа, и лицо вот выпрыгло. Добрый вечер, чешутся ноги, руки. Пришли за тебя. Это, говорю, это плохие мысли о себе и сплетни, плохие мысли о вас. И вот это то, что чешутся руки-ноги. Это забита лимфосистема, поэтому идет зуд. Вы целитель, можно и так сказать, но не знаю. Психолог, там, целитель, кто-то. Кстати, я в этом году закончу университет, вот, и будет у меня психологическое образование официально уже. Кто хотел. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Ханты-Мансийского района, город Когалым. Круто. Круто. А с чем хотели поработать? Что делаем? Ну, хотела просто пообщаться, наблюдала за вами где-то полгода. Тоже очень хотелось поговорить, как-то высказать все. Ну, у меня таких обширных, мне кажется, проблем нету. Но все равно что-то сидит во мне, там, да, мне кажется, даже многое из прошлого. Что-то меня держит, все. Вот. Ну, да, интересно вообще просто очень. Подышим с тобой? Давайте попробуем. Давай. Закрывай глаза. Вдох через нос, выдох через рот, просто дыши. Ты этот телефон поставь, чтобы мы тебя видели, ладно? А то ты как-то уголком сидишь. Или пересядь, да, вот так. Руки, ноги желательно не скрещивать. Ага. Вот. Я буду разговаривать, я когда к тебе буду обращаться, я буду по имени, ладно? Глаза не открывай, только в тебе очень много агрессии. Прям злая, я не знаю. Убить всех охота. Особенно мужиков. Ну и женщин тоже. Время в разы можно причаститься, я думаю, да? Ой, выпускай, давай. Еще глубже. Выдох. Еще. Самоедка ты еще. Прям себя постоянно ругаешь. Угу. От этого и злишься. Саша, привет. Вопросы по поводу цен все в директ или в WhatsApp. Болит очень голова из-за чего? Потому что у вас там блок. Поэтому болит.
Левый висок у вас болит, да, и правый чуть. Противопоказания, честно, не знаю я. Здравствуйте. Так, что там? Просто у меня на лице руки черные пигментации. Это печень, это желчный застой. И вам ему же надо отпустить. Надо вот так продышаться, проплакаться, ну и все. Письма прощения, аффирмации. Виктория, глубже дыши. Через нос. И выдох. Выдох держи через нос? Махнуть. Да, через рот. Ага. Держимых людей не чудо, но на самом деле, знаете, держимых людей очень больше, чем вам кажется, поэтому да, ну явно вот прям, просто, прям у кого раздвоение, там, я не знаю, это, ну, надо смотреть. То психически нездоров с ними очень сложно, то вот совсем прям. А так, да. Можно тоже подышать, можно. После мелкопитки или часто мигрени, от чего вплоть до потери сознания, зрения бокового. Мигрени – это внутренние истерики, которые вы не выпускаете. Вы постоянно нервничаете из-за чего-то, у вас есть какой-то раздражитель внешний, то, что вас бесит. И вы не можете от этого избавиться, поэтому из-за этого у вас все болит голова. Очень часто нервничаю. Ты вообще-то, да, агрессивная это очень. И ты такая еще типа волевая, там этот ломом подпоясанная, конечно. Ага. Можно с мужиками письками мериться, да? В этом ничего страшного нету. Знаешь, что плохо? Когда у тебя длиннее. И непонятно, что с этим делать, понимаешь? Вроде и охота, и мужчину, и слабая охота быть, но ты не позволяешь. Ты его ломаешь и живешь дальше. Какая выгода у тебя от того, что у тебя яйца, скажи? Пытаюсь быть сильной. Ага, еще? Наверное, из-за прошлого. Угу. Предательство было или что было? Много чего было. Тебе сколько лет много чего было? 26. Кошмар. Что это за 26 лет? Чего много было? Такая жизнь была. Такая жизнь была? Дыши давай. Сейчас мы будем этот... Я не знаю, но тебе надо или нет. Я твою силу у тебя все равно не заберу, но в любом случае тебе надо, чтобы этот, ты женщину свою включила. Угу. Может, то, что двое детей, я пытаюсь как-то за них быть им всем. Я не знаю даже, как объяснить. И за отца, и за мать? И за родину мать? Да что глубже? Угу. Пускай, пускай. Из печени выдыхай прям. Ага. Вот так.
Ну, типа некуда. Это часто так происходит, что ну, схожие характеры, судьбы, и поэтому все сильные женщины вы сейчас видите вне себя. Вам пришлось стать сильной. Это знаешь, это жизненные ситуации, они так подводят. И в какой-то момент ты думаешь, я доверяю, доверяю, и в какой-то момент некому доверять, и ты думаешь, все, я сделаю сама. И поэтому, ну, такое. Сложно, как это тяжело тонуть, когда умеешь плавать, да? То есть тяжело ничего не делать, когда ты можешь. Выдыхай. Что происходит у тебя там? Мурашки по... По рукам. Ага. И даже идут в локти. Дыши, дыши, сейчас свернет тебе все. Дыши глубже. Много воздуха в носу, как будто. Щипит. Так, я никогда не плачу, даже наблюдая ваши сессии, дыхательные упражнения делаю, но никак ни капельки слезинки. Ну, вопрос, во-первых, задача не в слезах, а во-вторых, мозг отключите, просто дышите, ничего не ждите. Потому что дышите, дышите. Поэтому голова кружится. Сейчас что тебе? Все не имеет, как всегда, как на тренинге со всеми спать. Уже много народу. Успеваем. Я же не могу, допустим, сейчас Викторию взять и надавить куда-нибудь. Ей вот сейчас на голову надави, орать будет. На скулу надави, будет визжать. А все сразу полезет. На желудок надави, будет очень больно. Выдыхай, Виктория. И все, и тогда процесс быстрее. Вообще даже очень что-то сильное выходит 15-20 минут, если человек не сопротивляется сильно. Еще вдох. А она думает, она же не доверяет никому. И она все контролирует. И творит дыши глубже. Я, кстати, глубине не знаю, но боль вот эту внутреннюю надо выпустить, потому что от перенапряжения можно поломаться. Ты можешь долго быть сильной, копить, 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 но будет... Это, знаете, есть такое... Называется статический излом в инженерии. Это когда металл от внутреннего... Ну, вот, от внутреннего перенапряжения он лопается просто.
когда закаливают металл, он при резком охлаждении он из-за внутреннего напряжения лопается. Вот так же и человек может просто лопнуть изнутри, поломаться. Руки свело. А что ты делаешь? Что за мудрый? Что с руками? Мурашки. Ага, дыши глубже, сейчас еще хуже будет. Сейчас свернет все. Чувствую я. Очень холодно все сводит. Хорошо, дышите глубже. Ну, то либо плачь давай, а? Давай, давай. Выпускай, не хочешь пока? Дыши еще глубже. Давай еще. Сейчас маленько. Добрый вечер. Виктория, давай, давай, выдыхай. Вот это напряжение прям вот просто выдыхай. Ага. Добрый вечер. Ага. Постоянно усталость, что это? Это хроническая усталость называется. Это тогда, когда очень, в общем, был слишком долго сильно была сильно и потом вот это и есть усталость. Перенапряжение. Есть усталость на излом, когда тебя гнули туда-сюда, и ты поломалась. И статически, когда от перенапряжения, да, то ну вот хроническая усталость это вот усталостный излом. Надо отдыхать, высвобождать все блоки. Туда легче.
Напряжение всего горла, что это? Это надо вытаскивать, это надо откашлять, это дышать, кашлять или имитировать и вытаскивать, если сами. Виктория, что у вас происходит? Напряжение в руках. Очень много воздуха. Очень много чего? Ты не Воздуха. сопротивляйся. Руки у тебя сводят, да? Ну, расслабься. Не сопротивляйся, пусть свернет их до конца уже. Я когда выходил к вам в эфир, после этого синяки были под глазами. Первый раз в жизни. Это может быть из-за того, что не до конца. Это выход, да? Это просто до конца не докричала, не доплакала, не доболела, вот оно так вышло. Вот все. Немилый ведь живот, чуть слегка надавите, выдыхайте прям. Смотрю на девушку и слегка давит в висках. В висках давит, потому что правый висок, смотри, у Виктории то что. Дыши глубже. Правый висок – отсутствие радости с мужчиной, левый висок – отсутствие радости, как у женщины. В принципе, нет дозволения радости. Поэтому. И она все делает по-своему. И говоришь, не сопротивляйся. Нет, она, Маша там сидит руками. Вика! Не упирайся, я тебе говорю. Расслабься. Прекрати контролировать. Выдыхай. Вы что делаете? Мы работаем. И Саша, надо еще раз подошли теперь с синяками. В смысле, они у вас эти синяки не прошли? Выдыхай, выдыхай. Мы блоки эмоциональные прорабатываем с Викторией сейчас. Вы можете выйти в эфир подышать, можете прийти подышать. Может, по неделю поплачете еще. Письмо прощения подпишите, может, отпустит. Прорветесь до конца. Сегодня утром как будто кто-то встал около кровати, я даже слышал шаги, мужчина его почувствовала. Когда нажимать, на в район пупка нажмите и продышите. Вдох сделай глубокий, нажми и выдохни. По поводу кого-то видели утром, это ко мне, это нужно с этим работать. Да. Пропишите письма, постучитесь. Реветь будете, капец вообще. На письма.
Если не секрет, давно у вас такой гениальный дар. Я этим занимаюсь уже 7-й год. Он гениальным стал абсолютно буквально 2 года, наверное. Ну, то есть явно таким постоянцем. Как писать письма прощения? В Ютубе забейте, в поисковик письма прощения, это выйдет видеоролик, где я рассказываю, как писать, с чем писать. В комментарии будет прикреплен текст. Виктория, дыши. Ну, поплачьте чуть-чуть, ради бога. А сейчас эфир закончится, что ты будешь делать там одна? Это мальчишки. Ты, конечно, справишься, но на куркуя тебе это надо. Давай, вдох сделай глубокий через нос. Слушай сейчас меня, поняла? Тело расслабь максимально, насколько можешь. Сделай через нос глубокий вдох. Давай. И на выходе букву А. Вот так, еще. Еще. Вот так, еще. Руки покажи, что у тебя с руками сейчас. Ага, в дуне сворачиваются, да? Давай, поплачь ты, я тебе говорю. Это магия, дорогая. Так, эфир заканчивается. Сейчас я выйду, еще раз выйди, ладно? Выплакивай. Все, сейчас выруби ты эфир.